Созываю общее собрание. Расслабься, мы все успеем. А куда ты полез? У компании сейчас большие проблемы. Я принял решение сократить зарплату на 30%. Сука! Мне не послышалось? У меня жена рожает на днях. Ну и медицинские страховки. Накажем этого гада. Да. Давайте. Блин, поехали. Все. Ваше предложение. Нам надо выкрасться из частного дома. 5 миллионов. Это Коля, черный ястреб. Сработал сигнал тревоги, дом номер 32. Как поняли, прием. Коля, задолбал, не засорей канал. Пошла! Хлебать мой суп! Я так и знал, сборище дебилов. Взяли ничего. Дядя Влад, пожалуйста, не надо.